Здравствуйте, дорогие друзья! Я нахожусь на Газетном, вот недалеко от Садовой буквально. Посмотрите, как тут сделано. Здесь, значит, перепад без пандуса, да еще и сделана вот эта вот ливневая канавка. Я на эту ливневую канавку смотрю-смотрю и понимаю, что такое ощущение, что у нее уклон, вообще говоря, в обратную сторону. То есть в сторону здания. Это просто мое предположение. Надо взять прибор, конечно, померить. Но ощущение такое есть, что она не наклонена под углом 2%, как положено, а наклонена под другим углом, под нулевым или даже в обратную сторону. Вот. Вот это здание. Вот эта вахтерша на меня орет. Что она орет, я не знаю. Что я здесь стою, ей не нравится. Смотрит, наблюдает за мной, как за шпионом прям. Вот.